Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, вы давно просили меня, очень давно просили пройти, начать прохождение Assassin's Creed 2. Вот. И вот я наконец-то к нему добрался до него. И начинаем мы с вами долгий и атмосферный путь по вселенной Assassin's Creed второй части. Скажу сразу, играл я в нее очень-очень давно, полностью я ее не проходил, вот, прошел даже там меньше, чем половина, вот. И, в принципе, я мало что знаю, что здесь будет происходить. Я знаю только то, что это прямое продолжение первой части, вот. И, да. Я существую, тот, кто не прошел Assassin's Creed 2. Вот. Играл вообще как бы из вселенной ассасинов, я играл только в первую часть. И, ну, прошел полностью, она есть на канале, кстати, в летсплеях. Если кто не помнит, потому что это прямое продолжение, еще раз повторюсь. Кто не помнит первую часть, можете полазить в плейлистах на канале, там найдете. Вот, оно одно из первых, по-моему, вообще прохождений на канале. Вот, я ничего не удаляю, потому что, чтобы было видно, как развивался канал, как что там, первых самых записей и так далее. И вот о чем я. Короче, мало чего я знаю в этой игре. А, ну и еще Black Flag, короче, Assassin's Creed, который я прошел, помню, тоже очень давно, когда он только вышло, я его прошел. И, ну, чисто сюжет, я там мало чего где лазил. А здесь мы попробуем, короче, и чисто сюжет, ну, сюжетку и разные там всякие штуки искать, лазить там, короче. Ну, вот, погружаться в атмосферу. Займет прохождение, я думаю, не один десяток серий. Вот. Так что готовьтесь. Ну и давайте начинать, наверное, да, начинать историю Дезмонта, продолжение истории Дезмонта. Сессия первая. Начать игру. Для начала. Дезмонт. Пускай будет Дезмонт. Ладно. Меня зовут Дезмонд Майлз. Я военнопленный. Это война, которую странно. Я ничего не знаю. Я ведут те, поставил, ну, включил эти субтитры, почему-то их нет. Ну ладно. Анимус показал мне истину. Я столько видел, столько пережил. Тысячи лет истории текли по моим жилам. И все благодаря этой машине. Короче, моменты из первой части показывают, да? Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Эдема. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться. Да, Анимус не такой, как может, не нужно, кажется, хороший. Я встретил одну девушку, Люси. Да, вот Люси нам помогала. Кажется, она на моей стороне. Это, по-моему, тоже из рода ассасинов, да? Я увел этот гад, Уоррен Видик, и его хозяева-тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной. Я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Не, это моя история. Да, Дезмонд, это наша с тобой история. И наша история с нашими зрителями. Вот. Так, смотрите, короче, вот. У нас получается... Закончили мы вот на этом, первая часть закончилась вот на этом, когда мы увидели знаки на стене, да? Вот, нажмите любую кнопку. Нам пора. Люси, где ты была? Почему они... Пошли. Так, я не могу понять, погоди. Я поставил, короче, субтитры. Почему их нет? Субтитры включены, смотри. Но их нет. Их просто нет.
Ну ладно, здесь хоть перевод идет русский полностью, поэтому ладно. Черт с этими субтитрами, короче. Окей. Люсинда нас зовет с собой. Дезмонд? Дезмонд, я тут. Я тут, Люсинда. Залезай. Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10, пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в анимус. Залезь ты в этот анус. Жмите кнопку. Торопись, Дезмонд. Только ты поторопись-ка. Так, сейчас мы, короче, наверное, переселимся в кого-то. Ну как в кого-то? Объект 17, Дезмонд Майлз. Короче, будем... действие игры будет происходить... В эпохе Возрождения. Объект 16. Секретный. Поиск данных о воспоминании. Найдено совпадение. Активация воспоминания. Спинджи! Спинджи! Спижем? Браво. Это мальчик. Видимо, вот родился тот, за кого мы будем играть. Любовь моя, ми диспьячо. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Дай его мне. Кто не успел, тот опоздал. Любовь моя, все будет хорошо. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò. По-итальянски разговаривают. Так, нажми, чтобы двигать ногами. Нажми, чтобы совершить движение рукой. Делали уже. В носяру, да? А нажмите, чтобы совершить движение рукой. Ну, на тебе в носяру, чувак. Йо. Эй, чувак, темки есть. Так, в смысле, а чё? Так я же нажимаю рукой, это ногами. Погоди. А, во, это shift, короче, это shift. Нажмите, чтобы совершить движение рукой со сжатым кулаком. А вот, ну а, чувак. Нажмите совершить движение головой. На, чувак. Послушайте, вот это глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Эцио. Эцио аудиторе де Ференце. Я родился, короче, да? Давай, идем. Все, обратно вернулись, окей. Мы просто... Минутку. У нас нет времени, Дезмонд. Надо Люси, идти. Короче, просто нашла того предка, за кого... Совпадение, короче, ДНК. Так. Погоди, а бежать-то как? Или я могу только идти? Оп, не могу пить. Что, нас совсем сваливаем, да? Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дизайнеры. Ты хочешь, чтобы нас... Почему я пешком иду? Эй! Вам нельзя заходить сюда. Откройте дверь! Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю. Почему я бежать не могу? Сюда! Всем свободным от дежурства прибыть на помощь! О, стеклянные стены. Мило. На правую кнопку мыши, понятно. Протирать. Вот они! Не дай ему идти! Вот это... Воу-воу-воу-воу-воу, женщина, воу-воу. Черт! Вот это да! Ты только посмотри на это. Так, что-то мне кажется, что как-то вот камера, мышка. А как же камера? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант.
Да, все так говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Офига, у нее глаза, ты видел? Глаза вот так вот вылупила и стоит просто. Так, я не бегу. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. Эй, чувак, смотри на меня. Делай, как я. Делай, как я. Не лезь в драку. Да, что, я буду стоять в стороне? Не, я тоже хочу кому-нибудь по щам надавать. Это что, анимус? Да. Смотри, видал, сколько здесь этих анимусов, да? Сколько людей просто завербованных. Что за... Должно же быть здесь, наверное. Да, ты посмотри, сколько. Целое здание, смотри там. Анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? 312, 313. Правда, ни одного человека живого нет. Давай, бежим. Зачем им столько? Дезмонд. Ай, нас засекли. Люблю смотреть, как ты это делаешь. Просто молодчинка. Черт, я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Стой. Нажмите любую клавишу. Черт. А, у него же зрение, да. Давай же. Подбирай. Тут комбинаций, в принципе, не так вот много. Как ты это сделал? Я не знаю. Фокус. Идем. Почему девчонки вечно завязывают вот этот фигню здесь на голову? Объект 16? Это Ауди кто-то? У меня постоянно, вот, я не знаю, мне кажется, как, знаете, как луковица. Опасность исходит не от Видика и тамплиера. Здесь еще ладно, здесь еще нормально смотрится, а когда они делают, знаете, когда короткие волосы, и вот эта вот луковица, это вообще просто... Это смешно. Ну, не знаю, вкусы у всех разные. Так, фига их тут. Она со всеми разберется. Воу. Стопэ. Нам надо драться? А, твою мать. Погоди. Оп. Мне надо вспомнить управление. Вообще мне сейчас надают. Да не, чувак. Я рожден на улицах. Так что... Держи костлявого. В смысле, они, короче, что-то не падают. Не умирают. А что, Люсинда уже с другими разобралась, да? О, отлично, я одного вырубил. Ништяк. На, сейчас второго, короче, смотри. Оп, чувак. Держи. Все, отлично. Отлично. Ну все, бежим. Видала, как я это сделал? Видала? Залезай. В смысле? Шутишь? Для твоего же блага. Почти прибыли. Я-то думал, с комфортом поедем, а тут, знаете, в багажнике головой биться. Да. Дезмонду тоже это не нравится. Короче, приехали. Окей. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Я сюда. В восторге. Так, ты объяснишь мне, что происходит? Это она серьезно. Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины...
Они сделают все, что в их силах, но... Что? Это склад, да, наверное? Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Так, она что, переоделась, что ли? Смотри, на футболке нету крови. Ты же видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. Фига, за несколько дней снизу, ты обретешь многолетний опыт. Снизу вроде какой-то склад, да? Ты вытащил меня из Абстерга просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? А здесь такие вот, смотрите, комнаты. Нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерга. Спасибо. Обнимашки? Кто любит обнимашки, ставьте лайк обязательно. Люси, у тебя получилось? О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно. Да уж. Добро пожаловать. Часон у тёлки за... Так крутой, это и есть, да? Наш знаменитый объем Симона. Чуть аж не матягнулся. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения. Это Шон Гастингс. А это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Заучка. Мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Чувак косит под Гарри Поттера. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти. Охренеть. Невероятно. С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Я чувствую, что между Дезмондом и Люси промелькнула искра. Что-то будет. Окей. Смотри. У нас здесь куча народу. Смотри, как это тут обустроено все, да? Сервера. Нехеровые такие сервера, да, стоят. Компьютеры. Блин, я хочу тоже себе двойной монитор. Ну, сколько их у них, этих мониторов, одолжили бы хотя бы один. Так. Мне, наверное... Так, вот это анимус, да? Мне, наверное, надо поговорить с чуваками. Познакомиться. Нажмите любую кнопку. Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Не, ну, реально на этого, на Гарри Поттера, похоже, ему еще не хватает вот здесь на лбу. Пока ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут. Если заметишь что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Слышь, это в чей камень огород, чувак? Ты нарываешься, по-моему, нет? Привет, Дезмонд. Не лезь. Воу-воу-воу-воу. А че он такой дерзкий? А? Че ты такой дерзкий? Не приставай ко мне, ладно? Я очень занят. Очень занят. В контру фигачишься там. Очень он занят. Или в дотку. В дотку задротится, наверное, скорее всего. Смотри. Книги в таких старинных переплетах. Прикольно. Да, свитки там, смотри, всякие. О! Бабушкин ковер. Ништяк. Так. Ну давай. Поговорим с тобой. Надеюсь, ты... Нет. Давай мы не будем с тобой разговаривать. Я хочу поговорить с нашей любимой Люси. Эй, слушай. Я хотел поблагодарить тебя. И извиниться. Извиниться? За то, что произошло
в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет. Я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. Не, у нее с глазами по-любому что-то не так. Вот что-то не то у нее с глазами. У меня видение. Я вижу странные символы. В спальне, шифр на клавиатуре, как у Альтаира. Это эффект просачивания. Ты получил не только воспоминания. А, вот что значит это эффект просачивания, точно. В данном случае орлиное зрение. Умение? Ты стал более наблюдательным. Если все пойдет хорошо, ты узнаешь все, что Эцио узнает в Анимусе. Думаешь, это сработает? Я в самом деле стану ассасином? Ты уже ассасин. Ты просто станешь лучше. Надеюсь, что гораздо лучше. Я же видел эти пленки из Абстерго. Ты даже не попытался бежать. Вот козел. Я того же мнения. Вечно недоволен. Этот чувак что-то... Он реально обижен на жизнь, короче, этот чувак. Короче, эффект просачивания получается фишка в том, что... за кого мы... Ну, мы будем получать, короче, умения и знания тех предков, короче, за, ну, в которых мы будем вселяться. О. Извини, Дезмонд, но у меня дела. Поговорим позже. Дела у прокурора, у тебя так, знаешь, делишки. Окей. Ну чё? Наверное. В данном смысла нет, да, идти, наверное. Хотя, погоди, смотри. А, мы оттуда пришли, мы отсюда пришли. Да, туда. Туда нам смысла нет. А здесь, смотри, что-то... Все под кодовыми замками, да? Все так секретно. А что вот за этими дверьми? Такие же комнаты, как и у нас там. И плюс большие еще двери, видел, да, там? Окей, давай. Поговорим с тобой. Дезмонд, как дела? Я думаю, что ты здесь делаешь? Во, такая вот позитивная такая чувиха. Малышка? Крутой прической. Ты об Анимусе? И с наушниками от Sound Blasters. Так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерго. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Не, вообще нормальная чувиха, да, и кроссовки у нее вообще зашибись просто. Тоже хочу типа таких себе кроссовочек, знаете, на липучках. Белые кроссовки на липучках. Окей, чё надо, чё она говорила, надо сесть или чё? Да слышь, извини, мне некогда. Ну блин, так с тобой приятно разговаривать, а тебе некогда. Ну давай. Так как это работает? Конечно. Глубокий вдох. А-а-а. Что, малыш, больно было? Шон! Да ублюдок. Он по-любому тамплиер. Он такой вообще просто... Вот так. Просто дерзкий какой-то. По-моему, давно по щам не получал. Сейчас я от Эцио наберусь всяких штук. И надаю ему по жопе. Так, чё? А, это загрузка. Это загрузка. Флорентийская республика, 1476 год. Флоренция, да, так собирается по кусочкам. Та-дам! Insieme per la vittoria! Мы все победим вместе! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо! О, субтитры появились, ё-моё! Знаете, что привело нас сюда? Честь!
Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьери. Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Чуваки из другого села пришли. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Нормально. Убейте его! О-о-о, камнями кидается, нифига себе. Сейчас так показали камень, короче. О, смотри. Шрам получился. Шрам как на губе у Дезмонда. Сейчас отлетел, короче, кусок камня, так и мне почему-то вот вспомнилось в воображении моё, знаете, пирожное картошка. Я не знаю почему. Окей, так, мальчишки, сразитесь с людьми Вьери Паци. Контрольная точка достигнута. Получил? Нечего на меня тут набрасываться, чувак. Ну-ка, кто там? Кто следующий? Опа. Опа. Отлично. Надо это вспомнить, короче. Нажмите комбо, чтобы выполнить комбо. А, ну вот, я это делаю. В принципе. Блин, как прием в рестлинге, знаете. Ну-ка, чувак, давай. Ой, я чуть своему по щам не въехал. Отлично. Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. Это брат. А, Иви, стиль у тебя есть. Видать, старший брат, наверное. Главная выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Давай. Так, нажмите, чтобы схватить врага. Да погоди, а чё мне не целится-то на врага? Так, отлично. Надо, надо вспомнить, да, управление. Там, по-моему, вовремя нажимаешь, короче, на кнопку во время удара. На тебе, в ухо. Оплевуха. Опа. Так, отлично. Ну, о, офигеть, он там ему, короче, все органы, короче, выбил. Воу. Слышь, камнями кидается. А, это наш. Красной стрелочкой это наш, короче. Что вы там махаетесь-то, а? Смотри, как надо. Братиш. Колено ему. Чё там? Кто там ещё? А, это не наш. Значит, с красными стрелочками это, короче, враг. Назад! Назад! Всё. Мы победили соседнее село. Стой! Мы же почти победили. Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи их. В их карманах что-нибудь да найдется. Нормально. Так, соберите 200 флоринов, чтобы заплатить врачу. Окей. Так, а как мне... Shift... Блин, не забыть бы, знаете, у меня память-то как у рыбы. Забыть бы управление. Так, обыскиваем. Сколько мы там понабирали уже? Всего полтинник? Чего такие нищие-то, а? Я-то думал. По десяточке у каждого тут. А я-то думал.
По соточке у каждого. 200, короче. 200. Это, короче, мне 20 чуваков надо обыскать. Чтобы... О, смотри, у этого поболее. Поболее, чем... Вообще копейки. 23. О, ништяк. Давайте у кого-нибудь соточка. О, отлично. Ты думаешь, достаточно? Нет. Ах ты. О, нет, я еще соточку, смотри, взял. Погоди, я сейчас. Кто за клавиатурой это? Человек, который любит полутать. Вот. Всякие штуки понабирать. Отлично. Прямо баблосов. 200 врачу, короче, заплатим. И соточка. А, смотри, уже 200 у нас остается. И 200, короче, мы пустим на блэкджек и шлюх. Окей. Окей. Так, друзья. Так. Сохраняется как? Она сама сохраняется или... Нет, так, база данных. Что у нас за база данных? Люди, места, последние записи. Последние записи, пант. Флоренция. Окей. Здесь, короче, у нас читать всякие штуки. Сохраняется, я не знаю, сохранится она сама, да, наверное? Думаю. Куда на карте снаряжения ДНК продолжить? Ну, думаю, да. Сохраняется она сама. По идее, должна. Вот. Ну, короче. Видос у меня подходит к концу уже. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишем, общаемся в комментах со мной, а я с вами. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.